Продолжаем программу. Коррупция – явление, похожее на мягкую силу, невидимо разъедает основы государства и напрямую, но тоже мягко угрожает его безопасности. В соответствии с принятым законом о противодействии коррупции была образована Республиканская межведомственная комиссия, очередное заседание которой состоялось в Генеральной прокуратуре Узбекистана. В ходе заседания обсуждены итоги проделанной работы по исполнению мероприятий, предусмотренных государственной программой по противодействию коррупции на 2017-2018 годы. Говорилось в том числе о допущенных недостатках и предстоящих задачах в сфере. Отмечалось, что принятие закона о противодействии коррупции, а также создание Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции и утверждение соответствующей государственной программы позволило за короткий срок реализовать ряд мер, которые способствовали снижению коррупционных правонарушений. Принято 5 нормативно-правовых актов по совершенствованию правовых механизмов, в том числе законы о распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней, об административных процедурах, об общественном контроле, о государственных закупках. На основании принятых законодательных актов и государственной программы комиссии на постоянной основе проводится целенаправленная организационно-правовая работа и реализуются практические мероприятия по повышению эффективности противодействия коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней в обществе, реализации программ, направленных на предупреждение и устранение проблем и препятствий, имеющихся в сфере. Так, органами прокуратуры проведено свыше 34 тысяч мероприятий по повышению правосознания и правовой культуры населения. Из них около 5 тысяч по формированию в обществе нетерпимого отношения к ней. В ходе заседания заслушана информация председателя Ташкентской областной межведомственной комиссии по противодействию коррупции о ходе исполнения государственной программы в Ташкентской области. Критике подвергнуты некоторые недостатки, допущенные при обеспечении исполнения государственной программы. Заслушаны разъяснения руководителей соответствующих госорганов и организаций. По итогам заседания определены меры, направленные на обеспечение своевременного предотвращения и выявления коррупционных правонарушений, устранение их последствий, причин и условий, им способствующих, а также на эффективную организацию деятельности комиссии.